Доброе утро всем. Поставили машину, а приехали земляки с Курахова, ищут себе жилье. Смотрели нас по телевизору, наши дома, которые мы выставляли. Ну и позвонили нам, созвонились мы. Сейчас вот приехали, будем искать им жилье. Может, что-то и найдем. А вот они, земляки наши. Сейчас подойдем. Вот. Оксана, Ира, Валера, привет. Валера, ты там не болей, давай выздоравливай. Огород тебя ждет. Ира смеется. А Игорек пошел сейчас, придет с женщиной. Поедем, посмотрим дом, как я сказал. Посмотрели дом, но Оксана вышла, Игорь еще остался, смотрит дальше. Что они там высмотрят? Ну, мы этот дом вылаживали, у нас есть на канале. Заходите, смотрите, канал «В гостях у тестя» на ютубе. Кто-то, может, и жилье подыщет себе. Там много домов выставлено. Целый консилиум собрался, что-то обсуждают, разговаривают. Нравится, не нравится. Как-то так вот. Летняя кухня. Не знаю, откроют нам, не откроют дом. Ну, вот такой дом. Тут лопнутая. Крыша шифер. Газ есть. И в дом идет, и в летнюю кухню идет газ. Тут еще что-то. Пришла соседка, ходит вокруг дома, показывает. Ворота вот такие, заезд для машины. Позарастало все, никто не живет, конечно, тут. Так, тут окна пластик. Счетчик на свет. Такой цоколь полопался уже тоже. Пойдем сюда дальше. Зашел бы вам, показал, но видите, что, чтоб отсюда было вам больше видно. Ну, утеплено, пенопласт и обштукатурено, и покрашено. Ну, краска уже полезла. Такой двор. Забор вон как шифер ровный, или как оно называется, я не знаю. Смотрит Игорь с Оксаной. Вот этот дом, я его уже на обзор выставлял. Поселок городского типа Козельщина, Полтавская область, Кременчугский район. От Кременчуга 40 километров. Вот этого забора не было. Это сосед уже отгородился. Тут гараж есть. Можно забор убрать, машину оставить. Там летняя кухня еще. Была цена его 25 тысяч долларов, просили. Сейчас скинули 22 тысячи. Вот в летнюю кухню зайду еще разок, покажу вам. В дом не буду заходить. Кому будет интересно этот дом, зайдете на канал, как я говорил, «В гостях у тестя». И там обзор от этого дома есть. Тоже газ проведен, летняя кухня, вода. Все есть. И вот тут с кухни гараж идет. Гараж. Темно. Машину можно поставить. Печка тоже топится газом. Ставится сюда. Как оно там? Ну, что-то, в общем, ставится. Редуктор или что оно там? И отапливается газом.
вода централизована, канализация выкачивает. Вроде бы да, вот яма есть, если надо выкачивает, идет отсюда. Так что летняя кухня возвращена, и там еще вот у ворота дальние, туда еще там площадка такая. Орех большой. Вот такой дом продается. Заезд для машины, гаража нету. Забор вот такой. Сам дом. Каже хозяин, пойдем через калитку. Вот это огород, все, вот так идет, и вон по виноград. Больше 15 нам нельзя. Я Игорькову доказываю, миллиардеры, миллионеры. Везде забор одинаковый. А нам, простякам, оце, оце мандец. Пішли. Вот, оце яблуня їжа, їхня, оце ваша буде, ото забор, от, оце, оце вас тут не земля прикладає. Вот такой домик. То соя. А что, для чего соя? Ну, мы ничего, а фермера, как уберут, это хорошее удобрение для будущего. Для земли хорошее удобрение. Сидират. Вот такой дом с этой стороны еще. Черешня. Как летняя кухня такая, что-то, ну, построечки, в общем. Сейчас зайдем вовнутрь, посмотрим. Окна, пластик везде. Дом, что тут, утеплен. Обмазан короедом, чи как называют. Ага, вот это вот отсюда заезд. Можно гаражик построить. Так, пойду и я в дом. Все зашли, пойду и я в дом. Зайду. Дедуля волокучий, не переслухаешь. Дверь железная. Тут ремонт, вроде, кажется, еще идет. Ага, я понял, строители тут. Это еще идет ремонт. Так, а там что? Какая-то дверь. Сейчас зайдем. Да, идет ремонт. Обшивается все гипсарем. Так, тут что у нас? Сюда дверь. Деревянная, старая еще. Так, это кухня. Вот тут ремонт, конечно, надо робить и робить. Газовый котел, печка, газ есть. Там мойка. Так, дальше что тут у нас идет? Ага, это спальня идет. Вот такая спальня. Чуть-чуть света есть. Такие батареи. А, это дверь туда. Видели, выходит сюда в спальню. Место спокойное, сусіди хороші тут. От, так що, ага, вход там від тіляж теж є, там двері. Отдельно. Можна туди в той коридор. Ну, я очень вот такая ванная. Плитка обложена. Не замазаться. От тут іде. Так що. Тут пол деревянный. Коридорчик такой, какой-то небольшой. И сюда идет зал, я так понял.
В общем, под ремонт еще. Интернет есть. Вот такой зал. И спальня. И спальня еще. Вот такая спальня. Пол краси сам застелен. Везде вот такие батареи, или как они там. Вот так спальня выглядит. С этой стороны вот дом. Яблок много. Одно, второе, третье дерево. Четвертое. Яблони много. А ну пройду, не пройду, я тут прошел. Все, я опять вышел же в сторону ворот. Вот такой дом на продажу. Село міського типу Козельщина, Кременчугский район, Полтавская область. Инфраструктура в этом поселке вся есть для жизни. Школа есть, садик есть, все есть. Банки, больницы, библиотеки, музыкальная школа. В общем, все есть. Вот такой дом на обзор был. Ну, смотрели еще дома, они у меня уже есть на видео, как я говорил. Этот дом мы еще не выставляли. Просит он за этот дом 21 тысяча долларов плюс. Говорит, земля отдельно. А земля отдельно, мы у него узнали, он говорит, примерно выйдет 3,5 тысячи долларов земля. Если надо с землей, то плюс еще, считайте, 3,5. Ну, возьмем 4 пускай. Если без земли, земля не нужна, то получается 21 тысяча долларов. Номер телефона будет у вас на экране и в описании. Зовут Тимофеевич, будете звонить, разговаривать с ним. Ну, в общем, будете все вопросы с ним решать. Все, с вами надолго не прощаюсь. Всем пока-пока, всем привет, землякам. Ищу для вас что-то интересное, кому-то может и подвернется дом какой-то. Так что будет у вас свое жилье. Дай Бог, чтобы дома все еще целое осталось, у кого не разбили. Как-то вот так сегодня день получился у вас, у нас и у вас тоже. Все, надолго не прощаемся. Всем мира, добра. Пока-пока. Удачи.